кота. А сегодня мы готовим курицу в рукаве. Смотрите дальше. Друзья мои, а сейчас рецепт быстрого приготовления ужина. Записывайте, запоминайте, смотрите. 10 минут назад позвонили нам друзья и сказали, что придут через 2 часа на ужин. Представляете, что я придумала? Быстрое приготовление ужин. Так, значит, как его делать? У меня была курица, картошку нарезала. Видите, все вместе я приготовила. И через час я поставлю в духовку. Йогурт. Вместо майонеза мы используем всегда йогурт. Йогурт 2-3 столовые ложки. Столовую ложку томатной пасты. Черный перец. Красный перец. Кикек. Вот такая у них трава специальная есть. Они любят к мясу очень. Сейчас я вам покажу ее. Вот, посмотрите. Она придает какой-то вкус очень мясу. Так, дальше. Соль, растительное масло. Все это перемешала. Сейчас я закрою этот пакетик, спрячу в холодильник на час. Час прошел, гости скоро должны прийти. Скоро, через час-полтора. Так, смотрите, что как я жарю все. Баклажан наколола в 3 местах вилкой. Вот это вот все сейчас в духовку отправлю. Так, теперь сюда смотрите. Вот наша курица. Постояла она. Сейчас я вот переложу ее в такой пакетный рукав. Посмотрите, как продается. Фурын торбасы. Здесь вот 10 пакетов специальными своими. Крепительные вот такие пакеты. Очень удобно. Курица и вообще все так хорошо готовится. Иногда, знаете, когда я без этого готовила, у меня сухая получалась она вообще, и картошка, и все. А таким методом получается очень сочная и вкусная. Это, в принципе, и диетическая, что здесь не жареное, ничего, все в своем соку. Йогурт, томатная паста, пряности. 4 большие картошки взяла, ну, пол курицы, наверное. Готова, посмотрите, в этом пакете. Сейчас я ее хочу переложить вот сюда. Все делаю при вас, что получилось. Может, вообще нельзя есть. Ой. Поближе чуть-чуть. Видите, так? Мой муж помогает мне, оператор сегодня. Так, это выбрасываем. Посмотрите, какая красота. Красная она такого цвета, потому что это. Здесь томатная паста. Ну, здесь так делают Турции. Смотрите, мои хорошие. А. Приятного аппетита! Вот, запоминайте и пользуйтесь моими рецептами быстрого приготовления. И с вами была Светлана Ата. До следующих встреч!